Здравствуйте. У нас сегодня домашнее задание было на тему, что такое чудо, что для меня чудо. По чуду, что хочу сказать. Существует, если подходить с технической точки зрения, если залезть в Википедию и так далее, там есть и в разных словарях, там Ушакова и далее, и так далее, чуду даются много определений. То есть, начиная там с религиозной точки зрения, с философской точки зрения, с чисто бытовой, там материалисты, пессимисты, оптимисты и так далее. Что нужно нам? Нам не нужно вот эту вот точку зрения, с интернета перекачать и рассказать, что вот философы то говорят там, в религии то говорят, эти то говорят. Нам нужно написать рассказ, стихотворение или песню, как вы думаете, то есть ваше творчество. Вот все, что мне нужно. Поднимите руку, кто сделал домашнее задание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.